Пу-па-па-па! Ура! Бисик, 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 стул, ёбаный в рот. Я поворот. Йоу, я пиздатый. Вы все долбоёбы, я крутой, сосите пичку, вау, бу. Я взял тебя олд, ты теперь куколд. Та-та-та, па-па-па-па. Спасибо большое. Все хорошо. Все нормально. Слава Украине! Помощь от нас, да ты явно не высрался. Ты явно не выспался. Да, я явно не выспался. Я чувствую этот контент, я прям... Я сегодня встал с этим говном воняет, думаю, блядь, обосрался. Нет, нет, нихера. Это обновление в КС вышло, блядь. Пацаны. Хардплей, хардплей, научи меня любви. Хардплей, научи меня любви. Ладно, все, не смешно. Вся шутка уже не смешная. Когда начинаешь ощущать это комьюнити? Научи меня шутить, да, реально. Я придумала новый мем, пацаны, начни его сейчас с ропим. Появляется новогоднее настроение. У меня уже давно, я хотел сегодня елку наряжать, но в результате предпочел. Да рано еще. Те самые сиськи. Лё, какой? Здрасте. Опять этот безэмоциональный мужик. Какой красивый котик сзади. Ой, спасибо большое. Слышь, Гусь, тебе комплимент сделали. Сказали, что ты чмошник. Не он? А, тебе сказали, что ты чмошник. Сзади вас, кот. Вот это, да? Да. Понял, да. Кошечка красивенькая. А не упадет кот? А тот не очень, да, очкарик? Стрёмный, да? Чего, нормальный? Нормальный? Ну, я вам передам, что вы сказали, что он стрёмный. Почему? Ну, я в наушниках, а он не слышит, откуда он знает, что вы сказали, правильно? Натуре. Нормальный мальчик. Она говорит, ты говно. Это неправда. Говорит чистая правда. Нет. Говорит вообще просто... Это же за капец. Альта, лучший стример Версу Тату. Ну как пробовал бить? Спасибо большое, Эмпайр. Вот это красиво. Поддержит и меня, и моего лучшего друга, любого человека. Ля, какой Виджелин Клаймер 3? Такой порево контент. Спасибо, Ваниш. Может позже чек, но спасибо огромное, мой сладкий, спасибо. Привет, будет желание, можешь посмотреть видос для поднятия настроения. Пивандос? Как? Мануринов, что думаешь про секс без гандона с незнакомкой? Пошел бы на это, но она очень красивая и сразу готова дать на вес плезика. Что делать? Кусу ветуй, мэбэ, на ротан дать и все. Акцент, конечно, сильный. Сейчас тебе обидно же будет. Артем, Коля. Йо, залезли на крыжу с пацанами. Ждем перестрелки с какими-то хулиганами. Хулиганы оказались полицейские. Говорят, что здесь у нас есть военное положение. Мы нахуй не завернули ни туда. Дико. Перестреляем всех. Ага. И всем пизда. Йоу. Я... Это слив, дебил, я не хочу... Ля, какой? Это слив, дебил, он мне напоминает, знаете, какого-то, я когда вижу Эвилона, у меня, не знаю, какая-то ассоциация, типа, вот, типа, с каким-нибудь школьником, который вообще не понимает, что происходит. Я ничего против Эвилона не имею, как бы я с ним не общалась лично, но вот просто вот, я смотрю на него, вот есть какая-то ассоциация, знаете, с таким раздолбаем, балбесом таким, знаете, каким-то, не знаю почему. Она, у тебя же нос трясет просто, как ледник. Куда он меня трясет? Ты, блядь, себя видел, нахуй?
Я тебя, блядь, одним носом на... Вот что у вас это? Я бицуху показать не пойму. Давай, фоткай бицуху, блядь. Да не, нас обеих там отмена. Хоть признался, вот реально, не знаю, почему так напоминает, так ассоциируется у меня. Показалось или? Не показалось. Я думал, здесь шипу... Ну, такие, знаете, колеса, типа, как у... Короче, такие... Капец, не его срач. Ля, какой мужик с пузом. Какой же у него пузо, сколько ему лет? Я, походу, не зайду. Ну да. Ты чё, блядь? Давай заходи, чтобы бан не получить, так сказать. Бля, да я просто типа, у меня бумага, блядь, у мамы в комнате, блядь. Ебаю, я не знаю, куда ты лезешь, нахуй? Ну я жопу не потер, типа, пацаны, ну блядь, а паузу можно взять? Сильно. Сами диабой, неудобство. Как только... Ой, это бритва? Повестим, договорились. Ля, ща побреемся. Договорились, блядь? Ребята, договорились? Ой, уля! Тут что-то летают нахуй. Сама взлетела, прикиньте, блядь. Я в ахуе аж, блядь. Сколько ему лет? Розовая, не было здесь розовой двери. Не понял. Какая сила тебе, пизда? Боя, ты как понимать вообще, дорогой мой? Я не дура быть такой, как бы это вообще как понять? Бан! Бан! Это бан! Ах, ты знаешь кто? Гав-гав, тик-тик-дак, бук. Привет, Юзлес. Я просто в шоке. Бан по IP за такое надо давать. Я в шоке. А что за дверь розовая? Сидит, а, довольный, сидит, смотрит. Дорогой мой, ты меня извини как бы. Да, вообще не страшно, вообще. Вообще не страшно, братан. Вообще нихуя не страшно. Вообще. Сидит, маску свою подтирает. Сижу, прям Майнкрафт как будто играю. Бан! У меня вообще... Банутый, блядь. У меня в чате пишут. Бутылка плотно заходит. Хорошо. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Техническая процедура. Тебе надо отвернуться. Готово! Открыто! Неплохо! Неплохо, парень, чисто! Бля! Такой наебал! Видос, тихий видос, ушо! Нормальный! Че не так лагает? А, все лагало. Только не стреляем! Чаву! Я вам, такую смешнявку покажу после этого видоса. Вы будете плакать от смеха, я вам клянусь, говорю. Палец. Травма, блядь. Понимаете, стримерам сложно жить. У нас травмы, но пенсия должна быть особенная. Реально. У него очень красиво, очень атмосферно все. Нравится, да. Печатаешь, пользуешься мышкой, и проблема. Он немножечко припух. Вот, блядь. Я не придумывал, типа, реально, ну. Это инвалидность, я считаю, должна быть у нас особенная. 100%. Такой странный, не пойму вообще. Окно закрыто. Ми закрыл окно. Ми сажусь на стул. РП, пацаны, РП. Ми взял наушники. Ду, наушники оделись. Наушники на голове. Сильно. А, типа это он? А ну, да ладно! Ой, это очень круто, хз, блин! Хеллоу, ля!
А, иди нахуй, бля. Че за игра? Там, где порталы ставишь, да? Ля какой. Сейчас он... Я забыла, вроде... Умрет, короче, сейчас, да. Под вниз упадет, под низ. Да. Под карту. Portal 2, да? Я поняла, окей, спасибо. Так, он не первый раз, кстати, так падает под карту. Не первый раз. Где-то. Я не касал, спись, козла. Я не касал, спись, козла. Тут смотри, домов-то с окнами он нет. Он все сделал сам. Я застрял. Да, он не трогал меня там. В смысле? Все. Нихуя тайминг, видал? Мне нравится, как он смеется. Магазину, там, где... Нормально, так надо, он так как-то там так непонятно. Все нормально? Нормально, нормально. Вот так сделаем, короче. А откуда музыка? Чтобы у нас хоть что-то на экране было. Олд! Олд! Бисик, 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 сту, ебаный в рот. Я, поворот. Йоу, я пиздатый. Вы все долбоёбы, я крутой, сосите пичку, вау, бу. Я взял тебя олд, ты теперь куколд. Та-та-та, па-па-па-па. Потекли.